нашей стране сегодня. Финал Кубка страны. Урал-Локомотив на стадионе Фишт. Локомотив – обладатель Кубка России 2017. Урал, который такое ощущение уже отбивается из последних сил, из скамейка. Сейчас Урала всеми своими силами, насколько это разрешено правилами, подсказывает футболистам, пытается зарядить их какой-то энергией. И опять Денисов. Он раздает передачу. Ари! Еще удар! Как смотрите, как стеной стоят футболисты. Урала, но все-таки пропускают. Раз, два, но на третий этот мяч уже не поймать. Локомотив выходит вперед. И Игорь Денисов бросается в толпу болельщиков. Игорь Денисов, автор забитого мяча. Давай посмотрим повтор, Юр, сейчас. Еще раз. Вот один удар по воротам, а вот с дальней дистанции. Непонятно, был рикошет, но уже и не суть важно. Вот здесь Денисов заряжает. Да, был. И мяч попадает в ворота. Остался, ну, Юрий Павлович, оле-оле-оле, заряжает трибуну Локомотива на последней минуте основного времени. Здорово, Мирончук, и его штрафная, Мирончук, удар! Шедевр! Это просто шедевр Мирончука! Потрясающее движение Алексея Мирончука и фантастический гол. Юрий Павлович Семин, пятикратный обладатель Кубка России. Еще раз смотрим. Убаюкивали игру здесь вдвоем. Фернандеш здорово находит коридор. А дальше Мирончук. Оп! Такой чип. Красивый мяч перелетает через Заболотного под перекладину. Добрый вечер. Все равно думаю, что будут вспоминать этот финал. Вам Дима, Дим, можно? Дим, что случилось там? Дмитрий Тарасов с разбитым лицом. Все. Вперед. Давайте мы радуемся. Победу. Вот и свисток. Локомотив обладатель Кубка России. Юрий Павлович пятикратный. С Ильёвой Гергусовым. Внимание. Сейчас мы ждем немножко вот этой самой гравировки. И как только закончим, сразу на кубок. Поздравляю. Молодец. Молодцы, Павлович. Лепи вы игру. Так ты еще. Юрий Павлович, в ту сторону разворачивайся. Развернется, он успеет, успеет. Локомотив, обладатель Кубка России 2017. Команда «Локомотив Москва», обладатель Кубка России сезона 2016-2017. Боря, покажи медаль! Вот она, золотая, золотая! Спасибо всем, да! Да,
работали за меня. Спасибо вам большое. Ah!